Сегодня у нас 30 июня 2017 года, пятница. Вот Виктор Николаевич подъезжает к костру. Сегодня я разжигал костер, нажигал угли. Никита, брат, закладывал картошку. Сейчас посмотрим. Вот он, брат наш приехал. Вот народ собрался. Божий. Это Софья, Софья, Софья. Они деревенские пришли. Мама, я к тебе сяду. Куда? Вот садись, где Надежда Васильевна. Садись сюда. Нет, нет, сыночка, я очень устала, я еле живая. Этот, где у нас отрок-то? Коля, 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 Коля. Коля! Штаны убери свои, что ты их бросил посреди дороги? Добрый вечер. Добрый вечер, брат. Ты сейчас я интернет это сводил. А скучу где? Вот он стоит. Где-то. Давай стой вначале, а потом, когда он кончится, будем. О, сегодня даже с ноутбуком. Вот это да. Тихо. Леонида. Это не плохое слово. Глухой телефон играет. А-а-а. Слова передают. Давай. Васильевна, молодец. Видишь, время нашла. Да-да. А Миша? Я тебе сказала. Нельзя второй раз повторять. Я же что-то слышала. Да, придумала, что сама хочет. Я очень... А мне... Если есть, то можно заводить. Что у вас там получилось, у Надежды Васильевны? Чеченец. Чеченец. Очки! А ну в ремонт отдавать сейчас же. Все, заново. Теперь я. А вы мне будете кого-нибудь так? Я буду тебе. Иди сюда, скорее. Вот эта девочка надо сказать. Не, ну надо, чтобы это... Сюда ты поставил. Он бы, чтобы его поставил, не стоял. Нет, просто копейся. Сейчас, кто неправильно скажет, да, и а в кого это будет? Он выходит и поет песенку, один куплетик. А вы неправильно сказали. Я правильно сказал. Вы сказали, берешь один. Да. Тихо! Тихо. А ну берет это. Вы будете танцевать. Петь будете песню. Березка белая. О, молодец. Нет, вообще-то березка. Просто было березка. Просто ладно, давайте еще раз. Ну, березка, березка. Хорошо, дошло. Дошло, хорошо. Все, немножко медленнее. Родина, да стой, дай. Правильно, кто неправильно это скажет, слово будет петь. Не хочу, что сказали. Ну, скорее, говорите. Ну, так готовится сообщество. Елочка в лесу. Ой, нет. Здесь все родилось. Елочка под нею провода. Четыре замыкания и елочки хана. Юня, еще. Ничего другого не нашли. Еще один куплетик. А то уши зажмите все, когда я буду петь. Все зажали. Да, все зажали, тихо. Зажали уши. Все, я уже спела, хватит. Правда? Да все зажали уши. Пойте! Пойте. Один куплет. Немножко, любую песню. Просим. Да я их не знаю, песню. Да любую. Ну, знаете. Ну, любую. Ой, какую же спину. Да, понятно, не наш. Так, тихо. Где люди? Прямо на проходе. В лесу родилась елочка. В лесу наросла. Все? Ну, а что дальше скажи? В лесу елочка. И кто ее сорвал? Вот Никита поставил свою картошку. Ракета!
Тихо, тихо, что орешь? Самолет. Эй, НЛО! Иди сюда! Володя! Старая, загадывай! Ну, загадал! Я сказала, возьми, пожалуйста, время тетрадки. Угу. Читать вот стихотворение. Я хотела дать его одному человеку, но он непрочитывательно способным. Так, слушайте. Потеряевка. Работа здесь, увы, не проворот. Все равно не унывает православный наш народ. Есть Устиновы, их много. Очень дружная семья. Всем всегда они помогут. С вами быть хочу и я. Вот их дружные ребята. Население растет. И плодится, как котята, весь устиновский народ. Янчуки их догоняют. Вот ребята молодцы. И клубнику собирают, точности, как их отцы. Тут Глушковы, это сила. Всем уже забили гол. Лучше всех они играют в волейбол и баскетбол. Выделен среди всех Романа, он и сильный, и крепыш. И хотя он вырос сильно, но остался он малыш. Барабаш у нас есть Игорь, Потеряевки глава. Но храпит совсем как тигр, вот такие вот дела. Ну а дети просто славно, все в отца они пошли. Помните, что жизни главное, чтобы Бога вы нашли. Помогайте по хозяйству, никогда не унывать. А еще вы постарайтесь ничего не забывать. Вот живет еще у нас любима и хранима огородник лучший наш, баба Серафима. Есть батюшка у нас, пастух он лучший самый. В этом всем покажет класс, и мужикам, и дамам. И овечки у него пушистые, большие. Пусть и смирные они, но самые крутые. Братья и сестры, вот теперь скажу я под конец. Игнатий Тихонович нам прямо как отец. Он и мудр, он и смел, все поймет минуту. Все построит лучше всех, все построит круто. Богу вознесем хвалу, все восхвалим Бога. И возрадуемся все, что настолько много. Замечательно, спасибо. Спасибо, за это. Ладно, ладно, не хлопать, не хлопать. Ничего за хлопать. Молодец. Начинаем отсюда. Четверка тебе. Ну, я слушай, этот стих ты должна послать его. Просто слово говори, а не скажи, что ты там. И тебе там пришлют грамоту. Приезжай, приезжай. И запишут тебя, как стихотворца. Что, дальше играем или нет? Играем. Тарас, кто там первый? Загадайте слово. Она уже загадала. А, ну. Да, скажи. Нельзя второй раз. Почему? Спасибо. А как раздать? Она уже раздала. Эти брони сказали. Да, гитара. Гитара. Да, ну у нас сегодня костер необычный. Телеконференция с Францией. Портал. Тихо. Не, неправильно. Тихо. Что? Бампер. Тихо. Все, 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 прекратили. Тихо. Все. Так, ну давайте начнем петь. Давайте. Поближе сюда садитесь. Поближе садитесь, Коля. Я туда не могу перейти. Ну что такое? Что и тут телемост Потеряевка Франции. Привет, тетя Анна. Кто там? Добрый день. Поздоровайтесь. Что там у вас? Здравствуйте. Ну, я падаю. Что у вас там? Доброе утро. День. Сейчас сколько времени у вас? Отсюда интернет ловит? 12 минут. Потихонечку. 12 минут пятого, да? Бонжур. Ой, бонжур, мадам. Так, ну давайте споем что-нибудь. Первую песню какую? Какую? Ну давайте что-нибудь про вас. Ну вы как-то это рассаживайтесь. Ну это уже все знают. Давайте ну, убирайте. Ну, козявки. Так, вот над компьютером склоняться не надо. Здесь ты посадишь, упадешь, и ты его сразу сломаешь. Никита Андреевич с тобой потом что-то сделает. Дядь Витя, я тебе молюсь. Дядь Витя молюсь. Дядь Витя не надо, это надо Богу молиться. Говорит, дядь Витя, я тебе молюсь. Я о тебе молюсь. Дядя Витя, с кем встал здесь? Благи стали
Он же играет в глухой телефон. Ну давайте вот это вот. О, Ерема едет. Ну вот, давайте. Так, еще там кто? София, да? Да. Кто там а потом еще наш. Да, взрослые тоже подходят. Присоединяйтесь, сестры, старшие. Мы будем и слушаем сейчас. София, только не бегать, подпевай лучше. Сейчас будем есть печеную картошку, с вами поделимся. Ну хорошо. Ты еще не знаешь об Иисусе, о Его любви и о делах, но Ему я тебе молюсь, и я хочу с тобой быть в небесах. Мне дано спасение в Иисусе и благословение в трудах. А тебе, мой друг, теперь молюсь я. Я хочу с тобой быть в небесах. Слышно, да? Ты сейчас теряешься в догадках и томишься в поисках пути. А тебе дано лишь только надо Иисусу с верой прийти. Мне дано спасение в Иисусе и благословение в трудах. А тебе, мой друг, теперь молюсь я. Я хочу с тобой быть в небесах. Мне дано спасение в Иисусе и благословение в трудах. А тебе, мой друг, теперь молюсь я. Я хочу с тобой быть в небесах. В жизни с Ним и радость, и надежность. Он и друг, Он и учитель мой. Разрешает Он любую сложность, Он вселяет в сердце свой покой. Мне дано спасение в Иисусе и благословение в трудах. А тебе, мой друг, теперь молюсь я. Я хочу с тобой быть в небесах. Мне дано спасение в Иисусе и благословение в трудах. А тебе, мой друг, теперь молюсь я. Я хочу с тобой быть в небесах. Я хочу с тобой быть в небесах. А теперь нас ждут. Давайте нас ждут. Да, нас ждут. Видно, да? Видно. Видно. Нас ждут. Давайте. Да, давайте. Давайте. Да, ну да, давай, записывай, записывай. Давайте. Перекрестная запись. Надежда Васильевна, вы. Надежда Васильевна. Надежда Васильевна, подойдите. У вас тут один человек сильно хочет видеть. Очень сильно. Прям очень. А вы что? И кто там? А вот не догадаетесь. Да. И у нее все записывается и выставляется в интернет. Имейте в виду. Да вы что? Ну посмотрите сюда-то. Милочка. О, моя лапочка, приветствую тебя. Обнимай. Моя красавочка, обнимаю, целую. Давай. Приезжай скорее, мы соскучились уже. Мы соскучились, приезжай скорее. Давай. Ждем тебя. Нас ждут, когда пройдя дороги войдем. Небесные чертоги, когда оставим за порогом все то, что так не славит Бога нас ждут. Степа, и каждый шаг тревожит, чтоб я был мудрый, остороженный взгляд свой направлял лишь к небу тогда. Вот означает победу нас ждут. Искренне желаю, чтоб мы тропу не потеряли и шли. Свет, что светит с неба нам, Вифлеемской звездой. Нас ждут, готовят город чудный, что всем там было там уютно, где скор уже не омрачит наш покой. Нас ждут, часто мы блуждаем и след,
небес не замечает мы тьму, как истину возносим грешим, но милости не просим, и жизнь бурлит и пеной брежет того, все ждет, что мы услышим того, кто всех зовет с надеждой, чтоб снять все без греха одежды нашу. Воно с капли пота котит. А? Воно с капля пота идет. Сули не взяли? Я нет, не брал. Ром, вы нас ждут, искренне желают, чтоб мы тропу не потеряли и шли. На свет, что светит с неба нам Вифлеемской звездой. Нас ждут, готовят горы чудные, чтоб всем нам было там уютно тесно. Уже не омрачит наш покой. Че? Хороший жар сделал, говорю, картошку пробивали. Да. Старался. Ну что, можно пока. Все, Илья, так вот разговаривайте сейчас. Можете. Пока ну, это нету песнопения, разговаривайте. Так, ну еще что мы с вами разучили? Машунечка, тебе не скучно? Библия? Иди попоем с нами. Библия, да? Да. Спряталась, стесняется. Машенька, иди к нам сюда, солнышко, иди сюда. Иди, Роман, ты сюда входи. Стесняется. Маша. Давайте баллада трех. Да, Маша. Маша, Маша, Игорь.